Вообще вот это здание было построено в 2014 году. Первое стадо мы купили, 35 коз. Тут было доильное, родильное отделение. Вот можете заглянуть в конюшенку внутри, посмотреть. Там поилочки автоматические, что там, лошадки на ночью стоят. А сейчас у нас вот здесь вот бурские козы, это нубийская линия, видите, такие вот, это вот мальчик Славик его зовут. Славик. Вячеслав. Да. Ну, он немножко не Вячеслав, у него другое производное там, от другого слова. Это же мясная порода. Да, это мясомолочная порода, вот мы взяли их в прошлом году, получается, в августе, в конце августа, попробовать, как они себя проявят, вот такое стадо. Вот, они все крупные, мощные такие, молочко у них жирное, они дают молочка меньше, чем основное наше стадо, но при этом оно такое очень жирное, сладенькое, вкусное молочко. Да, ну вот он, видите, любит попозировать всегда. Ну это ж классно, ну, может укусить, да. Да, ты кусаешь. Но они такие животные, они все на зуб пробуют. Поэтому нужно аккуратненько. Погладить можно, но так. А рога у него, глянь, какие. Ты бородатый. Не, за ухо потягаю. Отделяем, когда вот рождаются козлики. Здесь у нас козлики отдельно вообще находятся. Сейчас их просто нет, выгульная зона там у них. Вот, какие-то уехали другие хозяева. Вот это вот гуцульская порода, серенькая, невысокая, вот на ней вы будете кататься. Вот, это стоит мама, и вот Дося ее маленькая стоит. А вот это вторая Дося, рыжая. На ней тоже вы будете кататься, но это постарше Дося, поэтому она такая у нас. У них папа был тяжеловозик невысокий, она покрепче мамы выросла. Вот. А здесь у нас, вот видите, спортивные лошадки стоят. Стоит верба. Я ничего не вижу. Ну сейчас тебя на руки подымут, родители, и посмотришь. А что там? Ну на лошади хочет. Бабасик, покатайся. Пошли. Я не покатаюсь. Я не хочу. А, это вот козлы. Это козлики, они у нас папами работают. А вот это вот высокий коричневый альпинчик, это Гагарин его зовут. Гагарин? Да. Вот. Ну а тут второй поменьше, тут голландец у нас. Вот это шанина, вот эта лобайная, вот всем понравится. Проходите. А тут получилось, что тот зашел сюда, а это ж этого территория, у него ж тут еда. У нас молодничковое стадо. Вот эти все девочки здесь стоят отдельно, уже мальчиков у нас уже нету. Вот они у нас родились, вот это апрель, конец марта первые были, апрель, май. Вот. Не, их не надо грузить, давай. Вот это уже вот с весны будет дойное стадо. Тоже пойдут дойное стадо. Через полгода. Я думал, вы спрашиваете, сколько они-то, они беременные, ходят полгода. Не-не-не, я имею в виду, вы сказали с апреля и получается. Да, да, да. Вот у них в апреле они катиться начнут. Уже это будет дойное стадо. Не надо, опускай бегает. Он козочек охраняет. Они как, мороз им не страшен, здесь у них глубокая подстилка, от земли холода им нет, поилочки у них подогреваются. Единственное, что их может беспокоить, сквозняк. Боковые шнурки мы закроем, заднюю вот эту вот окошечко закроем, сквозняк уберем, и они прекрасно себя будут здесь чувствовать. Ну, они вот каждую зиму живут. Вот это вот у нас наше основное дойное стадо, видите, здесь вот белый, это уже идет, все полностью продуманная генетика. Белая это заанинская коза, и коричневая это альпинка. Вот, у них уже идет, как, если обычная коза дает в среднем за одну дойку, ну, литр плюс-минус 200 грамм молока, эти дают от 2 литров молока за одну дойку. То есть, ну, смысла держать у нас было обычное стадо. Больше 100 голов давали меньше, чем вот 35 вот этих. Угу. Вот поэтому уже была вот такая выведена альпийская генетика, программа с Харьковским аграрным институтом была разработана по выведению вот этих пород. И вот у нас, вот видите, уже такое стадо теперь. Каждый день, утром и вечером, вот этот коридорчик сеточки закрывается, и сюда по этому коридорчику у нас козы идут на дойку. Конечно,
Вот сюда, в эту дверь, козы заходят на дойку. Здесь для них сделан накопитель. Накопитель служит для того, чтобы больше 12 животных не могли пройти к доильному оборудованию. Вот. У них, помимо того, что это дойка, утром и вечером это идет и кормление. Утреннее, вечернее кормление, поэтому козы сюда бегут сами. Их гнать не надо, их надо вот здесь останавливать, потому как они знают, что у них там еда. У нас бывало такое, что молодые козы, первокосные такие, забор перепрыгивают вот сюда. Вот. Они проходят, 12 животных мы запускаем, они проходят, становятся, каждая напротив своих, вот они встали. Пока они кушают, доярка первым двум козам тщательно вымывает вымя. Эта процедура обязательная. Если есть, бывают укусы насекомых, какие-то царапинки, обрабатываются тут-тут. Масла, крема, все это есть для коз. Вот. Сдаиваются первые струечки вручную, мы отдаем вот либо котам, либо собакам нашим. И потом включается доильный аппарат. Видите, он рассчитан на две козы одновременно, можно им доить этим аппаратом. Вот, включается доильный аппарат, присоски подвешиваются на вот эти веревочки для того, чтобы освободить руки доярки, и присоединяются к козам. Ну, коза аппаратом выдаивается примерно минуты за полторы. Поэтому процесс дойки идет быстро. Доярка подготовила, поставила аппарат, все. Выдоились две козы, пока эти две козы выдаиваются, она готовит следующие две козы. Итак, тут больше, наверное, времени занимает не столько дойка сама, сколько потом уборка за козами, мытье аппарата, дезинфекция, занимает раза в два, то и три времени больше, чем сама дойка. Когда все 12 животных подоены, фиксатор открывается, они сами эти кожурочки опускают, вот, и выходят уже вот в эту дверь. Запускается следующая партия куз. Молочко, здесь стоит емкость накопительная под аппаратом, молочко из нее насосиком перекачивается в охладитель. Вот эта емкость ржавеющая называется охладитель. Вот. Охладитель рассчитан на 500 литров молока. Любое количество молока, которое сдаивается за одну дойку, ну, когда идет лактация в полной мере, то сдаивается, бывает, что и до 150 литров за утреннюю дойку может сдаиться. Вот. Молоко это перекачивается сюда, и потом очень быстро, в течение буквально 15-20 минут, оно охлаждается до температуры 3,8-4 градуса тепла. Это идеальная температура для содержания молока. В нем не происходят никакие процессы окисления, брожения. Сверху стоит моторчик, там лопасти опущены внутрь. И периодически он сам включается автоматически, перемешивает молочко. Когда набираем 500 литров молока, мы его потом перекачиваем. Вот тут у нас вот сыроваренный цех. Пойдемте ближе подходить, я вам покажу. Емкость большая, нержавеющая, это сыроварня, она тоже на 500 литров рассчитана, когда у нас достаточное количество молока набирается, мы его перекачиваем, подается в сыроварню, там у нее двойная рубашка идет водяная, подается вода туда горячая и варится сыр. Сыр варится при температуре, первый процесс нагрева там 53 градуса, ну до 74, то есть не кипятится молоко, оно живое, варится цельное, мы не пастеризуем молоко, все варится из цельного молока. Вот. И уже когда там полностью она тоже работает в автоматическом режиме, задается программа на компьютере. Когда уже готов продукт, вот видите, на стол выставляются формы, и формы выливается уже сыр. В зависимости от того, что мы хотим получить в конечном результате, если это твердые сорта сыра, какие-то головки под пресс, вот эти штанги вот стоят, это пресс, его, ну, с той двери мы подойдем, будет лучше видно. Ставятся, выдерживаются под определенным весом, какие-то сразу идут в камеру созревания. Если это молодые сыры, как фета, допустим, в соляную ванночку, потом оливковое масло запечатывается. Если это кипрские халуми, ну там посыпается специями сверху, тоже сходит сыворотка, и он запечатывается, уже идет на, для транспортировки и продажи в вакууме. Вот. Ну а твердые сорта сыра у нас зреют в камере созревания, пойдемте. Температура, влажность, все поддерживается постоянно. Нет, здесь сыры, да. Так, вот, подходите сюда. А сколько ты налила? Еще один стаканчик. А там есть? Да, конечно. Подходите, берите молочко. Сейчас я еще один стаканчик налью. Не, не можете не наливать. Почему? Нет. Молочко наше. Мам. Попробуйте, у него не будет запаха, не будет привкусов, вы просто не знаете, от чего вы отказываетесь. Мам! Что?
Иди сюда. Я его все равно налью, даже если вы не будете. Марина, попробуй, иди сюда. Я здесь вообще-то. Подходите. Нет, давай, надо. На вид она маленькая такая. Вот. А у нее вообще топка, вот это сколько есть высоты, и она вертикально за. А что это за кружочки? Да, что это за шарики? Сейчас она придет, она вам более подробно расскажет. Здесь вот качета классическая идет без специй. Вот тут идет так, с прованскими травками есть. Вот это вот твердый сыр, это вот типа пармезана уже идет. Ну такой он практически уже даже резаться будет очень тяжело даже. Вот. Я не знаю, сейчас она скажет, есть у нас пармезан, просто он долго зреет, но его быстро разбирают всегда. Ну да. Он был у нас вот тоже. Вот это, был. Наверное, он, да? Так. По цене он это идет, это джугас. Не, вот этот вот. Вот это вот и есть, вот как типа козьего пармезана, джугас идет. Я имею в виду вот это вот черное. С черной это вальдавон, это такой он со сливочным вкусом, он не твердый. Ага. Как, он сырый твердый, но он будет резаться, он не такой прям совсем. Это вот плавленый сыр идет, плавленый из трех или четырех сортов твердого сыра делается. Вот. Ну вот пармезан, вот именно сам пармезан, я не знаю, или вот это в красном, вот это он. Ну сейчас он. Вот смотрите, я еще вот для женщин сейчас покажу. Вот это мыло. Вот. Абсолютно натуральное мыло. Там нет химии, нет синтетики в нем. Оно не пылится, не пенится, так как мы обычно привыкли, что куча пены и толстый мыло. Оно для рук, для лица прекрасное мыло. Синенькая, то лаванночка, это розовая, ну надо смотреть, что там ходишь.